Говоришь, что я шкура? Так и есть. Друзья, всем привет, меня зовут Влад Никифоров. В первую очередь я хочу поздравить вас с первым днем зимы и с такой прекрасной погодой, которая сейчас с нами. Вот просто посмотрите, всюду падает снежок, все в тумане, очень красиво. А мы в летней обуви. А, да, кстати, а я вот в хуарачах своих старых, летней обуви, он в конверсах и... Нет. Он в недоконверсах и офигенно. Вообще в ножки не промокли. И мы в бомперах, охуенно. И в бомперах еще, блядь, весняных. Вот это, ребята, то, что нужно. Обязательно предупреждаю вас, берите от нас пример. Вот просто очень... Сука! Орлу. Да, блядь, как же я люблю зиму. Вот просто обожаю. Подходим к торговому супермаркету под названием «Эпицентр». Купим хавчика торговый и... Торговый центр. Торговый центр «Эпицентр». Все. Купим хавчика и будем наслаждаться под зимней погодой, под снежком, так сказать. На крыше, да. В общем-то, ребята, только что скупились, вышли с торгового центра. Сейчас направляемся в прекраснейшую погоду, направляемся в... какую-то этажку, хотим залезть на крышу и похавать. Да, похавать. Согласен, Витя? Да, конечно. Что мы там купили? Там, ну, два... Киндер, и да, ну да, да, это. Вот это, бля. Вот это очень прикольная фигня. Это типа открываешь эту фигню, и она вот таким, как бы, вот, ну, короче, такой параша стреляет. Держи. Там еще два больших, каких-то вообще больших, здоровья, смотри. Да, два больших киндера каких-то. И чипс. Да. Какие-то малые. И это все нам обошлось где-то в гривен 200 с чем-то. А тут писка на рекламе. Фу, пошляк. Ого, прибавил. Ты не дорисовал ее. Дебил. Пошляк, блядь. Ну а что делать, когда скучно? Где розум? Смотри, там есть лавочки, вот там. Там есть лавочки, там можно присесть. Вот там, смотри, видишь? Да там снег хуярит, пиздец. Да не ори. Там то, что надо. Нет. А на крыше типа снег хуярить не будет, да? Там будет то, что надо. Да. Поломай. Поломай бетон, поломай, ну а шо? Фу ты гандон. Да, лошара. Хуй тебе. Я сейчас у тебя зонтиком ебану, мне похуй. Мне похуй, я у тебя зонтиком ебану. Иди нахуй, ты чмо. Ебаный долбоеб. Поломай бетон, поломай своим весом, блядь, жирный нахуй. Поломай капуру, давай, ломай. Бля, я мокрый. Ноги. Ноги мокрые. Ой, ребят, посмотри, какая красивая церковь. Хуй там. Ты что, даун? Как ты разговариваешь? Ой, я извиняюсь, но мне похуй. Покажи свой шрам, блядь, фингал нахуй. Это, ребята, я ему, короче, нечаянно с ноги. Сейчас, блядь, я тебя уебу с ноги, блядь, сберцы нахуй. Да, наберешь. Нечаянно так, знаете? Я набираю. Знаете, по такому он сидит, я нечаянно подошел и с ноги въебал ему. Спасибо за то, что пропустили. Опа-на. Ору. Опа-на. Блядь. Фу, чмо. Я роняю тебя. Я пошутил. До крыши осталось идти всего ничего. Где-то минут 15. Пиздец. Или, возможно, таки 20. Йо. Welcome to lift. Я мокрый. А я сухой, знаешь? Знаю. Знаешь. Ты знаешь. Ты знаешь. Как хочется жить, я ебусь каждый. Ай, сука! Фу.
Ну что там, лиска? Блять. Нажми. А не заперто. Сука, гандали. Бум. Шоколад. Шоколака. О, сына морбит на нихуй. Дебил, на залупу, знаешь. Кстати, так, типа, груза. Нихуя. Да подожди. Я надеваю ее так. Нажимай на первый. Ярну. Бля. Тихо. Аляху, аляху. Тихо, заклинал. Это открыто. Открыто. Сюда, я тебе. Как залезть? Как залезть? Давай лезь. У меня нет крепления в рот. Да похуй, на, держи. Я. Свети фонариком. Ебать. Ёб твою мать. На, держи. А в смысле? Блядь, да не въебал меня, держи. Давай. Так, зонтик, ёбаный в рот. Зонтик нужно брать последним. Я тебе передам, давай. Тогда. Да нахуй. Ебать, ты понимаешь, что это трудно открыть? Ой, ебать! Давай! Не, чувак, блядь. Сейчас заебёт. Ты давай, залезаем. Сейчас. Ты дурак, нет, блядь. Что? Да, блядь, он пизды даст. Да не даст. Смотри, дал. Да не даст. Да даст. А что, я сказал? А? Я сказал, или что? Нет, не ясно. Ты что, как я окнул, сука, да? А? Хуйна. Кровой. Я за киндеры переживал больше, блядь. Надо было, блядь, ебало ты нафукать. Надо было. Я ему шахты нафукаю. Сука, ору. Блядь, ну он долбоёб, сука, понял? Типа, я не хотел ему ничего сказать, потому что у меня руки были заняты. А я за киндеры переживал. Гандон, ебать! Знаешь, какой специалист? На 9-м этаже живёт. Открой дверь. Ёб твою мать. Я это снял. Здравствуйте. Здравствуйте. Настроение. Здравствуйте. Ёбаный пиздец, ты чё, сука? Это, наверное, это долбоёб там. Блядь, с крыши нахуй упал. Упал, блядь, и разбился. Я буду. Всем привет, ребята. У меня новый канал Владни Кифор. Меня зовут Витя. Кто? У меня новый канал под названием Владни Кифоров. И веду его. Я ведущий Витя. Автор этого канала. В общем, спросите вы, где старый владелец. Он ушел нахуй. Он рядом, он всегда здесь. Где прошлый владелец? Вот здесь. Прошлый. Ну, старый владелец. Это я. Это все про меня. Ага. Самые лучшие. О, все типа. Как?
Это ну да. Вот это не чипсы, а типа. Но не Ребята, сейчас будет охранная отмена, потому что они тут придут и ничего нам не скажут. Мы будем дальше сидеть. Смотрите, смотрите. Вкусно. Это на ту? Хорошо. Ага, хорошо, мы тогда там пойдем. Ребята, я вам говорил, что будет охранная отмена. Они пройдут, они просто сказали нам, чтобы мы сели на другой лавице. Все просто. Да, это жестко. Это уровень. Ты следишь, сталкеришь мои движения. Я не знаю. Говоришь, что я шкура? Так и есть. Мы знаем это. Так закончился мой новый влог, который выйдет в ближайшее время на моем канале. Такой у меня получился день. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мою инсту, подписывайтесь на инсту этого долбоеба, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, ребята. До новых встреч. Бич.